Ты все еще тут? И ты еще смеешь здесь находиться? Ильяс. Ильяса больше нет. Ты забудешь мое имя. И больше не будешь упоминать его. Гнусная лгунья. Как только я выйду отсюда, я с тобой разведусь. Ильяс, твой голос снаружи слышен. Нас выгонят из больницы. Мама, как ты могла впустить ее сюда? Как ты могла впустить ее? Она еще и сидит рядом. Чтобы больше не смела подходить ко мне. Дешевка. Сынок, постыдись. Эта девушка столько сделала для тебя. Мама, не начинай. Что она сделала? Выйди вон. Убирайся. Убирайся. Сынок, постыдись. Нахалка, прочь отсюда. Пошла вон. Не кричите. Что опять случилось? Госпожа медсестра, поскорее выведите ее отсюда. Я больше не желаю ее видеть. Не впускайте ее. Во-первых, успокойтесь. Это больница, не забывайте об этом. А вы, пожалуйста, выйдите. Больной очень нервничает. Ему нужен покой. Оставьте его одного. Я прошу вас. Еще и сюда заявилась. Хелинчик. Болезнь, операция. Она как только не лгала мне все эти месяцы. Я понимаю тебя. Ты сейчас нервный. Но ты подумай, стала бы она совершать подобное, если бы не любила тебя. Перестань, Ильяс. Подумай, как безумно она тебя любит, раз осмелилась на такой отчаянный шаг. Хорошо, я не говорю, что это правильно. Да, это ошибка. Но что такого? Ты не можешь простить ее? Ладно, она бы ничего не делала, но она столько труда в тебя вложила. Она сделала тебя чемпионом. Даже мотоцикл тебе купила. А кроме того, она платила операцию Сибель. Вернула Нермин дочку. Куда же больше? Она во всем нам помогала. Мама, я верну этой дешевке все деньги. Не переживай. А потом, какая тут снисходительность? Эта бесстыжая лгунья лишила меня Асие. Отняла у меня ребенка. Асие твоя. Она вычеркнула меня, узнав, что я женился. Эта змея разрушила мою жизнь. Мама, если скажешь о ней еще хоть слово, я и тебя вычеркну из жизни. Ясно? Перестань, сынок. Хелин готова ради тебя на все. Ты заберешь сына, и вы вместе будете растить его. У внука будет прекрасное будущее. Разве плохо? Ты не думала об этом? Ты только сейчас вспомнила о внуке, мама. Ты месяцами о нем не вспоминала. Как жажда денег ослепила тебя. Хелин так по-свински поступила со мной. Сделала из меня дурака, а ты продолжаешь выгораживать ее. Но я сам виноват. Я продолжаю отвечать тебе, еще на что-то надеясь. Только зря сотрясаю воздух. Брат? Что у вас происходит? Вы не звоните, не приезжаете. Сестра дозвониться до вас не может. Хелин в коридоре сама не своя. Я увидела ее состояние и решила, что что-то стряслось. Брат, что происходит? Ты в порядке? В порядке. Все нормально, не волнуйся. Ты забирай маму и приезжайте домой. Ясно? А ты куда? Я сейчас. Ты куда? Если еще раз покажешься мне на глаза, я на самом деле убью тебя. Поняла? Все кончено. Я потеряла его. Хелинчик, не расстраивайся, моя милая. Не изводи себя. Он сейчас немного на взводе. Не стоит давить на него. Потерпи. Все образуется, деточка. Не огорчайся.
Отстаньте от меня. Я не в состоянии сейчас слушать вашу болтовню. С какой стати она так разговаривает? Почему все так ведут себя?